Свежие творческие решения в старинном сосуде. Так можно охарактеризовать проект «Усадьба Мельникова. Новый взгляд». Его организовали активисты молодежного центра современного искусства. В этом году волонтеры получили грант за победу в конкурсе волонтерских проектов. Организаторы планируют вложить 205 тысяч рублей в приусадебный участок. Мы выиграли грант от Российского фонда культуры на облагораживание нашей внутренней территории двора. Это будут скульптурные тумбы в количестве чуть более 10 штук, разработанные по дизайну молодого архитектора Михаила Мурылева. Усадьба купца Мельникова в этом году зажила новой жизнью. В здании 19 века, построенном в традиционном стиле эклектики, теперь переплетаются современные экспонаты и аутентичный интерьер. Конкретно сейчас из художников проходят выставки Антона Лазарева и Вильдана Назмединова. Такая разная акварель. Выставка молодых художников «Куб» называется «Автопортреты». Выставка Андрея Щеголькова «Мелодия цвета». Залы уже наполнены произведениями искусства. Двор заиграет новыми красками после реконструкции. По задумке организаторов, в нем будут проводиться различные музыкальные концерты, мастер-классы и душевные встречи. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.